Летом 2017 года количество путевок в «Артек» для севастопольских детей увеличат. О предварительных договоренностях на аппаратном совещании заявил в РИО губернатора Севастополя после доклада о летней оздоровительной кампании 2016 года. Наша задача, чтобы у нас не 25 человек квота была. И мы уже проговорили с Ольгой Юрьевной Голодец, что у нас квота будет на следующий год 200. Если она превратится так же, как вы говорите, в 10 раз, значит... Будет больше. Значит, вот 200, я бы просил 500 человек, после того, как мы 200 сделали как базовую квоту. Поэтому давайте все-таки вот не 25 квот, а 200 на следующий год. В этом году в «Артеке» уже отдохнуло 182 ребенка из Севастополя, хотя ранее оговаривалась квота в 25 мест, отметил директор департамента образования Михаил Родиков. Озвучив, практически 11 тысяч севастопольских детей оздоровились летом за бюджетный счет. Если мы возьмем прошлый год и этот год, то плюсом, то есть дополнительно у нас отдохнуло 1270 ребятишек. Департамент социальной защиты этим летом закупал путевки в 9 крымских и 3 севастопольских детских лагерях. В 2016 году на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей было предусмотрено более 94 миллионов рублей. План выполнен. 3697 путевок были приобретены. Фактически оздоровление в детских оздоровительных лагерях в этом сезоне на сегодняшний день прошло 3650 человек. Результат анкетирования: 81% опрошенных хотел бы еще раз пройти оздоровление именно в том лагере, в котором он в этом году отдыхал. Анна Леготина, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.